всем привет, Слаградка. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием Сэппл. Соответственно, наливаем чаёк, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально стелсовый, немножечко РПГшный, а может быть и немножечко контент. Собственно, в прошлой серии мы свалились на моменте, где мы с тобой проникли вот в это здание. Это, если что, буквально можно назвать обучением, и мы еще даже не прошли пролог. Но, собственно, я тебе не буду особо ничего такого говорить. Проникли в это здание, проникли для того, чтобы украсть у какого-то богатея какую-то херовину. И, собственно, как-то так. Вот, больше я тебе ничего особо такого говорить не буду. Переходи по анатесам в правом верхнем углу, смотри прошлую серию. Это обязательно. Сюжет тут есть. И усё, поэтому нужно как-то смотреть первую часть, а то и не поймешь нифига, да и в принципе мне вот каждый досконально вот этот вот сюжет как-то постоянно тебе пересказывает, что-то не очень. В общем, первая наша работа, да, это у нас работа, у нас есть гильдия воров, считаем, мы в нее устроились и сейчас выполняем, можно сказать, от ее имени, ну вообще на самом деле не от ее имени, мы сами находим, просто перепродаем потом в эту гильдию воров то, что воруют, вот, большой этот, как его, домик, даже не домик, коттедж, даже не коттедж, а херово просыщу, что это такое, но это огромный дом, где живут дофигища охранников и дофигища, собственно, лута. Вот, проникли сюда, и сейчас будем искать потайной вход в некую локацию, где будет какая-то веселье. Какое-то веселье. Вот, собственно, слева в верхнем углу нам это написано. Воспользуйтесь сенсорным режимом, чтобы найти в кабинете потайный вход. Потайной, точнее. Вот, собственно, окрёшко. Удерживаем и смотрим. Открытие. Так, я как-то это открытие... Не знаю, что это происходит. Панорамная камера. Собственно, первую штучку мы открыли, и вторую мы открыли. Лёка. Давай посмотрим. Что ты мне скажешь вот на этот счёт? Исследовать. Это огромный... А, это я. Это огромный ужасный грибной монстр. Вряд ли устройство спрятали в нём. А если спрятали, я проверять не буду. Окей. Я был бы убит горем, если бы узнал, что ты сунул голову задницу грибному монстру. А я так и не смог на это посмотреть. Да, только у него это вроде рот, а не задница. В задницу, скорее всего, там ничего не сунешь. Ну, ладно. Собственно, вот, украсть. Мы сюда проникли, как ты видишь, тут есть... Так, это мы. Это у нас контейнер. Собственно, вот они, минералы, которые добывают по всей Тростовой Империи, стандартная имперская валюта. Вот, самогон, естественно, возьмем. Но никакого прям смысла вот набирать себе карманы всякой разной этой веселухой нет. Я тебе немножечко позже узнаешь, почему нету. Ошейник, кстати, животного. Этот предмет используется для ограничения движения животного. Почему люди так одержимы приручением животных? Собственно, уже немножечко узнаем лор этого места. Ну, собственно, тут и видно, вот по всем вот этим, вот, не знаю, головам, по всем этим чучелам, что хозяин очень сильно любил животных, и не в том плане. У некоторых людей странное увлечение, но это не то, что мы ищем. Кикаюшка. И что мы тут можем еще найти? Вроде как пока ничего особого. Меняем направление, и... Там есть какой-то паучок снизу, он промелькивает. Но это явно какой-то баг, наверное. А может и нет. Открытие. И... Видимо, какая-то книжка. Странно то, что открытие вышло нафиг знает в каком месте. Ну, собственно, вот оно тут помечается, то, что у нас тут есть какой-то потайной вход, но как его открыть, мы пока не знаем. А еще, собственно, идем узнавать. Здрасте, я есть потайной вход, я есть хочу его открыть. Задача обновлена. Ой, тебе это понравится, Вайзик. Самая обычная книга на самом обычной, на самой обычной полке. Где-то здесь должен быть рычаг. Классика всегда в моде, да? Да. Вот мы его открыли. Сразу же Сэшка и идем вниз. Странно то, что вот этот вот... Я без всякого удовольствия охраняю этих богатых балбесов. То работа есть работа. Так, это мы, получается, тут должны спрятаться. Чтобы нас вот эта штучка не спалила. Тихо. Мы видим то, что тут есть какие-то паучки. Ой, как не весело. Так, Юшка, что ты там скажешь? Видимо, для начала нужно как-то выключить сигнализацию. Каким образом, я пока еще не знаю. Хотя, вот, видимо, можно.
Так, первостепенно нужно обойти вот этот вот легкую веселуху под названием... Я не помню, как она называлась. В общем, дорожка, раньше такая игрушка была, ты вроде управлял за лягуху. Ай. Кстати, хорошо то, что никакой сирены из-за этого не произошло. Я думал то, что я сейчас перейду, и она как бы это... Усть-багуется. И усил. Так, игра сохранена. Описание открыто, описание задания работы обновлено. Так, а можешь тебе посмотреть описание задания работы? А, это слева вверх, заберите шифр. Окей. Ну, естественно, вот эти вот животные, которые тут находятся, а точнее вот эти пабучки. Ой, как не красит это место. Ну ладно, исследовать. А мы ради этой штучки сюда зашли. А, кстати, все те, кто пьют чаёк, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. И, собственно, вот так вот у нас заканчивается, можно сказать, пролог. И, да, нас что-то там ударило. Мы еще пока не знаем, что конкретно. И, собственно, нас в итоге нашли и поймали. Древние, меня побери, голова раскалывается, где я? Поэтому я, кстати, и не собирал ничего интересного в сундучках. Да? Ты на имперском дирижабле. Артанак. Чё? Кто это сказал? Успокойся, человек. Меня зовут Артанак. И ты что, у меня в голове? Можно выразиться и так, ты прошел испытание, поэтому я вселился в тебя. Твою мать, ты что, демон? Безумие какое-то, а что за испытание-то? Ты добрался до шифра и пережил процесс слияния. Значит, ты будешь полезен в Вилторонской империи. Вилторонской. Да, для меня всегда было честь стать объектом манипуляции для империи. И кто же устроил это проклятое испытание? Император Дороган. Шутишь, да? Час от часу не легче, и что ему нужно? Мы направляемся в тюрьму острова Пия, чтобы кое-кого найти. А, ну прекрасно, я слышал про Пия, много хорошего, и смогу соскочить в любой момент? А, нет, короче, я слышал много чего хорошего, я могу соскочить в любой момент, да? Я надеюсь. Конечно же, если сделаешь все, как я скажу, считай это неким символом. И вот как-то так. Неожиданная подстава, неожиданные повороты, все дела, тыры-пыры в жопе дыря. И, собственно, вот на вот этом прекрасном бомбете мы с тобой закончили первый взгляд. Точнее, еще не закончили, как бы, где еще не закончили. В закрытом обществе, где вино. В мире воров есть только один смертный грех, это глупость. Ну, как-то так. Обычно граждане будут вызывать охрану, если увидят, что вы нарушаете закон. Ну, как бы правильно. Это прогрузочка веселая сейчас была. Так, Пи, знаменитый тюремный остров. Так, значит, я теперь узник. Здорово. Как выполнишь работу, сможешь покинуть Пи. Кроме того, сказать, что мы оба узники. Можно сказать, что мы оба узники. У тебя... У меня за тебя сердце кровью обливается. Так, это, видимо, они останавливают его. Скорее всего. Так, ну, собственно, вот такая вот неожиданная веселуха. Естественно, того чувачка Баятника мы не подставили, по-моему, никак. Бьетника, Баятника. Блин, у них имена, конечно, очень интересные. Рен... Рен-ТВ, походу. Тюрьма Рен-ТВ, а не Пе. Замечательно. Будем еще жить с рептилоидами. Так, продолжай движение, поговорить. Я бы объяснил, что я тут делаю, но ты не поймешь. Так, а ты меня это отпускаешь или как? А я справа нахожусь. Все понял, я иду. Идем. Давай тогда немножко вот так увеличим. Там что-то было написано, но оно неожиданно исчезло. Что-то не так. Возможно, оно инфицировано. Отдайте его пиявкам. Красиво.
Красота. А почему бы я никто это не смотрит, где я, что я, а то я сейчас возьму, зайду за этот, за вот эту сломанную лесенку и усю. Странно ли всего. Пройди в контрольную зону для проверки сканирования. Не отвали. Где таблетку? Подожди, визу здесь. Ну и мерзость. Эти таблетки позволяют тебе перемещаться по острову. Они привязаны к твоей биометрии и позволяют идентифицировать тебя как КПП. Дополнительные визы? А мне нужно получать другие визы. Это базовая виза, которая выдается всем. Если проживешь достаточно долго, тебе будет предоставлен доступ и к другим визам. Пройди в зону самообработки. Так, ученый техно, проверка завершена. Пройди в зону санобработки. Оставь одежду здесь и надень вот это. Окей. Ну, на самом деле, ну, это совпадение. Похоже на какой-то грубый мультитул. Это не совпадение. Ты и должен был найти его ради самого Драгона. Спрячь его. Не волнуйся, у нас будут проблемы, если ты будешь постоянно капать мне до нерва. Иди дальше. Тогда да еще обновлен рюкзак, обновлен, что-то там еще сверху было обновлено. Эдбок, давай посмотрим, что нам вообще дали. Нектар. Нектар — это вещество, обладающее силой, недоступное твоему пониманию. Оно может раскрыть дремлющий потенциал человечества. И ничего пока не можем собрать, чип навыков. Скорее всего, это и есть... Нет, это не есть мультиптул. Так, обучение, карта, журнал, воспоминания, снаряжение. Я получил первую визу на ПЕ, пользующуюся системой визовых разрешений. На ПЕ пользуется система визы, мне понял. С помощью которой осуществляется контроль перемещения по утру. Мне понадобится новая виза, если я хочу свободно перемещаться. А еще я нашел мультитул по качеству дрянь, но может пригодиться. Ротанок говорит, что я и должен был его найти. Так, отправляйтесь в камеру санобработки. Окей. Закрыто, удерживать еще. Ну, был бы очень странный, если бы я тут начал что-нибудь открывать. Кстати, самое интересное, что мой глаз до сих пор работает. И мой имплант, который позволяет мне как бы вот так вот все высматривать, почему-то не забрали. Так, стрелочку указывают мне здесь. Все остальное везде закрыто. Пацаны, я тут... Оставайтесь в отмеченной зеленой зоне. Будь у меня больше аурита, меня бы в эту странную дорогу не отправили. Где? Меня бы тоже не отправили, если бы не всякие артараки, атранаки и вот это все весело. Здорово, пацаны, чё, как оно? А вот и вот Балтон, умоляю, сохрани тебе жизнь. Хотовский подон. Так, видимо, они химикаты были распылены, короче, сразу же это... А я не могу ничего сделать. Санобработка завершена. Проходите в зону выхода. Так, я нифига не понял, вот это что сейчас произошло. Забрать обычный туник с капюшоном, обычные штаны. Давай заберем. А вот это вот что сейчас произошло-то? Я не уверен, что... Что тут происходит? Ты кукловод? Это ж не твое собачье дело, правда ведь? Что такое кукловод? Всякое может быть. Что такое кукловод? Краб с небес, ты что ж натворил, чтобы попасть сюда? Насал чашу с пуншем на вечеринке у какого-нибудь жердея. Кукловоды — это банда кретинов, и мы, кремни, вечно указываем их на их место. Так что это не твоя драка, ясно? Теперь это мое дело. Окей, это не мое дело, с чего бы это было бы мое? Мне, в общем-то, наплевать, чем ты тут занимаешься, просто не путайся под ногами. Интересно. Ты это говоришь чуваку с двумя кинжалами. В чем дело? Не хочешь заляпать кровью свой прекрасный новенький прикид? А ну пошел отсюда. Так, я не понял. Я могу тут всех убивать или чё? Говорить? Кажется, твои таланты нам могут пригодиться. Да, в чем дело?
Я на самом деле не приверженник вот этого вот веселья, чтобы нападать на каких-то банд во время тюрьмы, но... Ну, когда ты в тюрьму попал, ва? Ва? Как же странно. Алхимическая лавка. По-моему, это немножко не та алхимия, которая была бы законна. Ну ладно. Доспехи, торговец, портной и, естественно, продавец еды. Ну и те, кто бухло продают. Универсальный продавец. Интересный момент. Почему тут спокойно всех переубивал-то? И вот мне интересно, вот эта вот одежда, которую я в нее стырил. Обычные штаны, обычная шапка. Давай приоденемся, неожиданный момент. Ну, хоть как-то теперь будем получше выглядеть. Ну-ка. Ну, вообще, на самом деле, нет, но... Весенки в последнее время нам всем проход не дают. Да какие? Задача обновлена, доберитесь до ворот. Ну? На него работают люди, а он сидит и раздает приказы. Я знаю кучу парней, которые пришли сюда в поисках богатства, и я не про них ничего, короче, не слышал. Да. Мы все здесь рабы. А вы кого-нибудь когда-нибудь слышали про рай? Вот он, кстати, повешенный. Интересная тюрьма, интересная. Можно делать что угодно. Только вы где отсюда походили? Не твое дело, подонок, ну, походу, сыт просто. Интересно, интересно. А ты еще валяешься? Сгинь, подонок. Может, мне кого-нибудь убить, я не знаю. Это вообще романтики какие-то, сидят, смотрят на звезды или на что-то другое. Да, в чем дело? Да ни в чем. Кажется, твои таланты нам могут пригодиться. Не подходи ко мне. Какие таланты? Возможно, таланты это они имеют в виду вот это вот. Я, кстати, вижу тут это, скрытые веселоки. Не знаю, правда, зачем. Чё новенького? Привет, красавчик, ты мне нравишься. Не твое дело, подонок. Ладно, не будем со всеми этими пацанами говорить, пойдем сразу по миссии. Говорю же, никто внутрь не пройдет. Мы торчим здесь уже целую вечность, спусти же нас уже. Будете ждать столько, сколько я вам скажу. У нас приказ никого не пускать и не выпускать, пока не локализирована эта эпидемия. Эпидемия? Чё? А ты, твою мать, как думаешь? Смешинок, технологии ясень-пень. Эпидемия технологий? Мы не можем остановить ее распространение, поэтому все заперто до завершения зачистки. А это надолго. Святые яйца Драгона. Да закончит, когда закончит. А теперь хватит задавать вопросы. Замечательно. Твою мать, и что теперь? Поскольку Люмер в изоляции, доступ невозможен. Даже для человека твоих способностей. То, что ты в моей голове, демон, не значит, что ты можешь на то, что... Не знаю, сегодня прям читать это не мое. Ну что ты в моей голове, демон, не значит, что ты знаешь, на что я способен. Ну и каков же план? Моего связанного зовут Саваш. Сизнова. Насколько я понимаю, последний раз перед исчезновением мы его видели в биомантовской часовой часовне, в Биче Смерти. Можно мне, пожалуйста, сделать немножечко фон тут темнее, а то... Мне очень нравится, когда вот так вот текст переливается с фоном сзади. Сначала мы должны именовать Люмера и прийти в Бич Смерти. Он находится прямо за этими скалами. Ладно, так что же мы теперь будем делать? Ждать в настоящий момент. Это единственный вариант. Отличный план. В таком случае я подреблю. Замечательно. Ты одержимый демоном-узник на враждебном острове, и все же ты можешь спать. Разве ты в меня вселился не из-за моей примечательной природы? Разбудишь меня, когда что-нибудь произойдет. Спать под открытым небом, когда еще идет дождь, вот это на самом деле примечательно. Ну, явно странный веселух. А может быть тут... Эй, просыпайся. Карантин закончился, ворота открыты. Нужно двигаться. Любер мерзкий, улер аристократов и какой-то воров, наверное.
Ну и чё? Идём, смотри, чё ж там произойдёт. Стой, у меня есть вопрос. Мы никуда не пойдем, пока ты не ответишь на мои вопросы. Разве что ты будешь двигать за меня ногами. Двигаться за меня, наверное, ну, был бы лучше. Кого мы ищем? Зачем мы здесь? Я не хочу помогать тебе. Ну, явно не в моей власти. Так, кого мы ищем? А кто именно твой связной? Я это уже объяснял. Неужели твой крохотный мозг не состоит сосредоточен на чем-то дольше пары секунд? Я должен это сейчас все подытожить, так что отставить. Давай, говори мне. Прости, я отключился. Кто бы мог подумать, что голос в голове может быть таким нудным? Моего связного зовут Саваш. Ему было приказано найти для Империи нечто невероятно ценное. Артефакт, в котором может скрываться ключ к будущему человечеству. Окей. Где мы будем его искать? В какой-то, по-моему, в церкви или что-то такое? Ну... Как нам туда добраться? Кажется, это неплохое место, чтобы начать именно отсюда. И как нам добраться до этого бича смерти? Название, кстати, очаровательное. Ну... Окей. Не церковь, а бич смерти. Ну, собственно, практически одно и то же. Подумаешь. Да по смыслу тоже. Можно начать с опроса местных жителей. Так я не хочу помогать тебе. Ну ладно, зачем мы здесь? Зачем для розысков кого-то тебе нужен я? Я же вор, а не сыщик. Мне нужен был человек, знакомый с темной стороной современного общества. Кто-то способный перемещаться незаметно. Кто-то, кто способен перемещаться незаметно. Окей, пойдем. Если мы это сделаем, нам понадобится снаряжение. Конечно, но помни, что нам нужно сначала найти Саваша. И причем как можно быстрее. Ты мне льстишь, демон, но для моего ремесла мне нужны инструменты. Окей. Прибытие выполнено, провожать связной, новое задание, задание пропавший. Орудие труда, новое задание поблизости. Понял. Здорово, пацан. Держись подальше. Окей. Держись подальше. Окей. Не очень меня устраивает вот этот дождик, который у нас тут происходит. Ну, ладно. Собственно, вот у нас есть карта, и давай посмотрим, где какие задания будут. Это новое задание, это тоже новое задание. Ничего нам не обещают. Хорошо. Да, что надо? Да вроде как ничего. Привет, кажется, мы не знакомы. Это как в соседи, кстати, прикинь. Это как в соседи, причем в первых версиях, где ты должен так подходить и выслушивать. Нужно обсуждать это здесь. Кольм, давай войдем внутрь. Не нужно здесь это объяснять. Замечательно, мы только что с тобой просрали. Тихо. Так, найдена ловушка. Разоружить. У меня была дрель? А что, так можно было? Типа, да? Так, не парный носок, губная гармошка. Давай одну хотя бы возьмем. Колокольчики не знаю для чего, но тоже давай возьмем. Пульты и пустые фильтры для противогаза, сложенный карандаш. Все остальное, думаю, будет мусором. Так, и болт. Балды, гвозди, пустая бутылка, рыболовный крючок, рыбьи кости тоже особые. Ну это все, смотрю, хлам, но что-нибудь из этого возьмем. Так, игла, давай две штучки возьмем. Кремень одну штучку, таинственный идол. Не знаю, нафига я это все добираю, но как минимум надо. Так, история Халарада. Халдар. Вау, господи, вот это вот название. Халарда. Ларда, вот, кстати, вот это возьмем. Резиновый мячик и зубы. Что это такое и как это можно читать? Ю. Замечательно. Скайрим, страница номер один. Глава 9. Халдарат и пьяный шаг Драгона. Часть первая. Накануне событий, известных сегодня как пятый шаг Драгона, да... Да, Драгона, когда наш император очистил Халдарат. Город был почти таким же, как и сейчас. Древние здания... Устремились ввысь, на улицах толкались люди, однако под покрывалом благополучия, разложения и угнетения пожирали город изнутри. Слово «чума».
и очагом этой болезни были закулисные маги. Закулисные маги были безжалостными диктаторами, обладающими ужасной силой, но не сдержанностью и мудростью древних и нашего спасителя. Биобанты учат, что Драгон любит защищать нас, но закулисные маги правили железной рукой и держали людей в страхе. Они парализовали волю народа ужасными угрозами, но боялись и сами. Один человек пришел из непримиримых племен и объявил, что он благословен небесами. Один человек обещал надежду, а закулисные маги несли только страх. Интересно. Не нравится мне вот эта вот веселуха. Вот был бы тут на самом деле это, озвучка, был бы гораздо лучше. А то там что-то где-то появляется за кадром, блин, какой-то этот... субтитры, и его прочитать практически нереально. Ну, надеюсь, что это сам все может за меня сделать. Разоружить. Опять же, дрелька. Здрасте. Дешевый лагерь. Пиво. И здрасте, это мы сюда возьмем. Так, найдена ловушка. Найдена ловушка. Открытие. Открытие. Я прям буквально у них перед носом это все делаю. Высверлить. Забрать непарный носок, парные носки, корзина, таинственный идол. Ну, давай динозаврика возьмем. Чем бы и нет. Так, нас там кто-то что-то где-то заметил. Деревянная ручка от металла, ржавый гвоздь и коробок спичек. Коробок, точнее. Ван, давай все тут обезвредим, немножечко тут поукрадем. Я, правда, не знаю, для чего нам это прям все тут нужно, но, может быть, для чего-то и понадобится. Вот это я могу как оружие применить? Нет, не могу. Оружие это только оружие, понял. Игла тоже никак не применяется. Ты тогда чё? Ты просто хлам. Сток. Потребляемый предмет. Тогда давай возьмем весь. Наверное, пригодится. Интересно. Найдите оружие. Оружие и отмычку. Сохранить игру. Давай сохраним, пожалуй, в новое сохранение. Посмотрим, что будет, если мы сейчас прям буквально выйдем вот так вот. Чё за? А ты, мать твою, кто такой? Это один из твоих дружков, Кольм? Нет? Чё тебе надо? Если я вас так легко выследил, то у вас нет никаких шансов. Какой бы замечательный план кражи вы не придумали. Ладно, умник, ты кто такой? Мастер Вор Терриэль, я хочу узнать про ваше дело. Подозреваю, вам понадобятся мои навыки. Что ж, ты, кажется, уверен в себе. Может быть, ты нам пригодишься. Какой план? Я без понятия, что они хотят там украсть. Я не успел прочитать. Расскажи, что вы задумали. Тогда я решу, помогать вам или нет. Замечательно, Эндаклз, господи. Ладно, слушай, один наш друг подхватил Техногиль, и у него был особый артефакт, который хочет получить денежный мешок по имени Дюмонти. Это один из самых богатых прожирателей жизни в тверди хранителя. Окей. Все пожитки умершего хранятся на складе в Люмере и готовятся к отправке в штаб-квартиру техномагов. Чтобы попасть на склад, мы украдем пропуск у какой-нибудь жестянки. Ага, а потом мы отправим поезд с артефактом в путь и перехватим его. Ну и что скажешь? Дай-ка я сейчас все это перечитаю, потому что я ни хера не понял, что они вообще хотят. Вот эти вот монтия, поджиратели, твердые хранители, какие-то там эти жестянки, вообще о чем? А можно как-то по-человечески сказать, жестянки, ну понятно, это роботы. И самых брагами поджиратели, чего? Что за техногиль? Техногиль. Особый артефакт, который хочет получить денежный мешок по имени Дюмонти. Здесь, короче, кто-то хочет получить этот артефакт, и он нам за это хорошо заплатит. Вот это все бесполезно, потому что просто она говорит то, что это самый богатый. То есть, по сути, она вот сказала то, что он денежный мешок. Потом она сказала, ну это, короче, самый богатый... прожигатель жизни и вот эти все херы в этой, короче, тюрьме. Короче, это денежный мешок, который денежный мешок, он самый богатый. Вот, вот просто две эти строки. Замечательно.
Все пока жидкие умершие хранятся на складе в Люмере, готовятся к отправке в штаб-квартиру техномагов. Но, как я понял, с техномагами лучше это... Нет, не лезть к ним. Чтобы попасть на склад, мы украдем пропуск у какой-нибудь жестянки. А это реально? Это же вроде жестянка. У него можно пропуск украсть? Так, они хотят украсть пропуск у жестянки, потом мы отправим поезд артефактов в путь. И перехватим его. Какой поезд вы с артефактом отправите? Херню какую-то вы мне сказали, но звучит неплохо, давай посмотрим. Неплохо, но чтобы украсть пропуск у технобага, нам нужно будет отвлечь его внимание. Один из вас будет отвлекать техномага, второй постоянно на шукере. Хорошо, Кольм, ты будешь отвлекать его. Надень что-нибудь откровенное. Замечательно. Нет, перестань, только не заставляй меня заигрывать с этим парнем. Ты не хуже меня знаю, что у него за наклонность. Ладно, это уладили. Я прикинусь торговкой и буду стоять на шухере. Ладно, тогда договорились. Я обчищу карман техномагу. Ты его отвлечешь, а ты последишь, как бы его... Как бы что ни случилось. Ну что, договорились. Встретимся в баре Сириус на крыше, когда будешь готов. Я надеюсь, ты не облажаешься, мастер вор. Так я могу вас просто сдать, сейчас только что жестянка, мы вас убьют. Как вы так легко доверились мне вообще? Игра сохранена, задача обновлена. Ну типа окей. Ну, вот так вот легко тут делаются дела. Просто подходишь, крадешь у них все, чуть такое. Обчищаешь полностью их дом. Берешь задание. И еще в доле будешь с ними. Все замечательно. И у каждого, я смотрю, тут есть по оружию. Вот у тебя каким хером оружие есть. Только подойди ближе и получишь морду. Мне как минимум нужно найти оружие. И как максимум нужно что-то сделать. Пойти вправо. Так, это у нас торговец. Присоединяйся к гибельбантам и помоги там заселить этот падший мир. Да, в чем дело? Художники. Только попробуй подойти ближе и получишь морду. А можно мне найти... Вот он. Добро пожаловать в мою лавку, Арсенант. Так, что у тебя есть на продажу? Есть слухи. Что в последнее время вокруг происходит? Если ты боец, сейчас самое время показать себя в птичьей клетке. На арене Люмера я слышал вербовщик и Бехтер. Блин, господи, какие тут имена-то? Бехтерец ищет талант, а покажи ему, на что способен. Может быть, когда-нибудь сможешь сражаться на знаменитой арене Гарлино. Гарнилов, твердыни хранителя. Что у тебя есть на продажу? Я хочу посмотреть, что у тебя есть на продажу. Так, справа это я, слева это он. У него тоже такие же гвозди. По сути, я не хлам брал, а что-то на продажу. И, как я понял, все это эквивалент вот этой вот штучки. Человеческий череп. Сломанный карандаш. Странное устройство. Что-то какая-то херня, я тебе так скажу. Я, пожалуй, пойду. Пока, скоро вернусь. А ты куда-то уходишь? Так ты опять же меня куда-то зазывают? Ты есть кто такой? Добрый день, дитя мое. Чем я тебе могу помочь? Покажи товары, можно воспользоваться твоей алхимической лабораторией. Давай посмотрим товары, для начала. Конечно, у меня есть кое-что, чтобы облегчить физические и духовные страдания. Короче, наркота. Вот у тебя что есть. Так, обычная рубаха. Мне она не нужна, обычные штаны тоже. Торгуют заплатить вам только... Схерали. Большой шприц восстановления энергии, большой шприц исцеления, большой шприц регенерации.
Ну, мне явно нечем полимерный арбалет купить. Шнарпанельная обезвреженная ловушка. Ну, выход. Ладно, можно воспользоваться алхимической лабораторией. Я хочу воспользоваться алхимической лабораторией. Ей могут пользоваться лишь те, кто достоин в глазах Дракан. Чтобы доказать преданность нашему спасителю, отправляйся к святилищу на окраине Любера. Узнай о первом этапе пути Драгона и принеси мне доказательство знак святилищ. Если в этом... Если это в самом деле необходимо, чтобы воспользоваться лабораторией, я поищу святилище. Я надеюсь, тебя постигнет просветление, столь нужное тебе, дитя мое. Ну, в общем-то, забираем пока задание. Еще новые пришли. Воспоминания об учении. Снаряжение, карта, журнал. Я думал то, что типа пролог был только что. Но что-то как-то... Хер его знает, меня просто взяли, кинули в игру и сказали, на, типа, играй. Что, мне нравится, так играй дальше. Так, чипы навыков. Это мне не надо. Рюкзак, снаряжение, карта, журнала. Где можно? Вот оно все. Найдите оружие и отмычку. Это первостепенное задание. Но оружие мы пока не можем найти. Пропавший связной, поговорите с торговцем, Люмер, направляйтесь в бич смерти. Опять же, первостепенная задача. Мастер-алхимик для того, чтобы просто алхимический стол занять. Не разлей вода, найдите Кельн и Кульма в баре. Как приятно видеть тебя снова, сын мой. Ты посетил святилище еще достиг, чтобы просветить. Нет, я ничего из этого не делал. Ну и, собственно, как-то так. В принципе, все, на этом заканчиваем. Вот такая вот веселуха во второй серии. Если честно, мы тут не были, но что-то как-то вообще нифига не понял. Взяли, пришли к чувакам, сказали, вы, короче, не готовы. Я вот за вас все могу сделать, так что давайте принимайте меня на работу. Потом пришли. Короче, не знаю, что-то как-то я немножечко растерян, но надеюсь, то, что потом игра расцветет другими красками, более веселыми. В общем, ладно, спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И спасибо за просмотр. Всем удачи, всем до скорой встречи и всем пока.